Вот так вот себя чувствует человек, блядь, на замере, на солнышке, на крыше. Короче, походу лабаш отклеился. Давай, Сай. Ну чё? 153. 153? Блять, хуй знает. Не лобаш. Не лобаш? Короче, пристрелка. Че у нас там? Прайд Эска. 18-я, хотел сказать, 15-я. 18-я. И что тут? По датчику сейчас пройдемся. Че тут тон генератора? 25 Гц. На клавиатуре. Ой, блять, на клавиатуре. На магнитоле что у нас? 15. На Алпане-то. Как на Пионере 30, поди. Так, фиксируем. Давай, поехали. Че? У тебя нету джека? Есть. Есть, давай твой, может. Это, блядь, китайский, ебаный, пидор. О, ёпта, 159 на 10. Да, у тебя тоже какой-то компьютерный. Может, хоть рабочий, блядь. Система активна. Блядь, сука, этот родной воткнул нахуй в компьютер, блядь. Какой-то хуй. Так. Пик холд, ну давай. Небольшая техническая заминка. Да, только оригинальный кабель работает. Ну давай, что там, дави что-нибудь. А, погоди, что у нас? 25. Хуйня. Давай 26. А в ней прыгай сразу. 32. Неужели так низко? Че? Я говорю, неужели так низко, ну? Да нахуй, вы, блядь. Че? У тебя, блядь, уже как на выстрел, ёпта. А ты как хочешь? Фиаско. Так нет, что ты просто. Ты оставь, посмотрим по цифрам, так как было. Че, в смысле оставь? Ты фиксируешь же. Ну сейчас пиздани 29, ёпта, сразу вырастет, на. 29, давай. Вот на этой громкости магнитола сейчас должен прирост быть. Ну, это... Ну, на ты упал. Ты так говорил, что-то это, датчик? Да, ничего, датчик, все нормально. А что не показывает, что 29? Потому что маленькая мощность. На 29. Ну как бы, бля, это не 150. Сделай 31. Сразу пиздани так же, на. 149, поди, точно будет, на. 31, говоришь? Да. Ну или 32, давай. Давай 31. 32 вроде последний был. Еще раз. Давай 30. 30. Давай. Сколько было? 148,7, да? 148,7, да. Поехали. Блять, с 30 падает уже. Так я говорю, давай, 29, Димон, там две мерли. 29. 29 пик, да? Да, 29 пик. Ну давай 28 попробуем.
баллонах приклеенных. Почти 150. Так а что ты, да, еще дожарываешь? На шишку, бля, я смотрю, что просад нахуй не ушло, бля. Так ты газу-то даешь? Да, даю. Сколько просад? Ты просад? 12 нахуй. А, 12, да. Ну, на выстрел-то похуй, можно, в принципе, ебануть сейчас. Давай попробуем шишку. Блядь, ебану. Ну пик, конечно, да, нахуй. На хули прайды они такие, ну. Давай пробуем шишку, нахуй, на выстрел разок. Я на телефоне прибавь, может, тебя на телефоне. Не, все, прибавлю, все. Прибавлю. Да. Давай, поехали, похуй, разок выстрелю. У-ху! 150! Почти, блядь, чуть-чуть, нахуй. Ну надо коробу все равно поиграть. Ну да, объем зажимать. Почти 150, как ты хотел, чуть еще. Ну даже на 29, нахуй, если я второй усилитель засуну. Ты хотел, кстати, на 29. Вырастет. 2 дБ, 3 прилетит точно, нахуй. Можно еще попробовать сейчас. Ну, блядь, видишь, внутри надо этот, все равно, как его, блядь, округлять, нахуй. Ну да, не скрупнее. Я сейчас вроде уже как более-менее доволен. Я тебе говорю, что 150 точно есть. Можно мочу еще померить сейчас. Давай померим, кстати, сколько летит, что сожжет. Ребят, кто не знает, короче, Pride 18, S18 и Урал 3500 и один пока. Будет два. Ну вот такой результат. Бля, ну конечно, не... С одного, ну. Может, раскрыв снять попробовать? Не хочешь? Да хуй знает. Я все равно не хотел на сколько настройку думал. Как раз, чтобы стрелять 29, там 30, что-нибудь. Чтобы за 150, ну 150 хотя бы было. 150 на 29. Дима Z этот, блядь, не Z, D, блядь. Ты же говорил, что... Дэвбонс, блядь, на низко настраивать, бля. Вот, ёптай, прайд, нахуй. Сука, трубу прилепили, хуй знает какую. 29, нахуй. А чё у тебя фон-то, блядь? Ты же сказал, нету фона. Я тебе сказал, когда нагреется машина, начинается такая вот. Чё? Ну давай сейчас мощу. Давай скину этот. Хусим, или чё, мощу давай померим. Ну давай мощу померим. Мне кажется, блядь, кило 3 где-то. А? Ну, кило на 3 примерно, да. Больше, нахуй, мне кажется. О, блядь. Грёбан, блин. О, где там клещи-то, нахуй. На, Сай, подержи камеру. Давай, давай. Для замера самое... Охуительные клещи, это уни, дешево и сердито. Ты там это, не нажимаешь? Не-не, ничего не нажимаю, все нормально. Да, что вспомнить, как тебе? У тебя красный это этот, да? Это красный плюс. Это плюс с синими, масса. Давай, из тачки вылезу, короче. А? Да из тачки вылезу это, может, ага. Перерастет на. Ну давай посмотрим, кстати. Так. Также на Синусе. Что-то меньше. Что-то меньше. Сиденье разложили. Из-за спинок, на. Прилетели как упало. Ну у тебя как порт работает, поди на. Наверное, что не нужно. Вроде бы. Ну сколько? Ну, 140 примерно. Он нахуй хуярит. Че, доставай этот калькулятор. Какой? Калькулятор достань. А, сейчас. Калькулятор. Погнали. 69,8. 69, 69,8 умножить на 63,4. 63 и 4. 4, 4, 200. Бля, 4,5 идет киловатта. Ну это уже, блядь, летит с этим нахуй. С клипом. Не, ну понятно, что с клипом. Блядь, короче,
Урал 3500 в 0,4 ома, блядь, 4,5, что-то, блядь, чудеса какие-то, на. Ну, питание еще, блядь, в принципе. А, это да. Две плиты, блядь. Раздели теперь эту цифру. Какую? Вот эту? Ну, вот это то, что написал. Давай, 69,8. Ну. Так, 69,8. Раздели на 63,4. Так, блядь. Ну, скинь нахуй. О, 69,8. Разделить на 64. На 63,4. А, 63,4. 63,4. 1,1 ом. Сопротивление. Рост. Что-то низко какое-то. Так 0,4 подключен так. Ну да. Рост до 1 ома, короче. А так что-то он тогда дохуя отдался, он 3,500. Ну давай еще раз на всякий случай. На. Что-то я не верю цифрам, но. Так. Так, Макс. Бля. Так. Не помню, как скидывать-то. Макс. Так, Макс, Макс. Спинка. Давай я добавлю сейчас. 0,5. Прилетит нахуй. 0,5 водочки. Сразу прилетит. Ну давай, поехали. Сорок девять и три. А, блядь, она, видишь, не защелкнута. Может, из-за этого. Бля, вот каждые 0,5 децибела, да как, блядь, в этот, выковыриваешь. Блядь, там надо потереть, тут надо поцеловать, блядь. Бля, ну 4,500 я что-то не верю, на. Ну, примерно то же самое. 69,4, короче. 69. 4. На 63,3. Умножить? Да. На 63,3. 4,300. 4,400. Ну, 4,400 отдал опять. Один, блядь, сука. Два-то, блядь, все равно лучше будет чисто клип, ну, да. Смотреть с этим клипом, блядь. Не лететь будет так вот. Блядь, даже не нагрелся, козел. Прайду тоже похуй. Нормально? Ну что, бюджет? Ну, усилитель. Ну, скажем, по акции 20-ка. И САП по акции 30-ка. Да. 50 тысяч, нахуй, 150. Ну, плюс питание. Ну, питание тут более-менее нормальное. Еще бы второй генератор засунуть бы. Ну, давай ее полностью защелкнем, уберу тогда этот хуйню. Да нет, он этот, я думаю, батарейки уже подсели, нахуй. Ну, пусть постоит 5 минут, нахуй. Блять, ебаная щупы нахуй. Че, без трубы-то будем? Так можно попробовать? Выше настройка так, по этот, побольше результат будет. Ёпта. Как она защелкивается? Все, так и было. А, она не защелкивается? Нет, так она и было. Ну вот, короче, Pride, плита здесь, плита в запаске. 65-я дельта под капотом и ВПС. Какой? 250-й. Да. ВПС моросит, блядь, с электроникой. Пока похуй этому пройду. Смотрим, что дальше покажет. Ну, еще видишь, крышка, бля, надо сейчас заделать, может, все равно прилетит. Не-не, да-да, крышка по-любому прилетит. У тебя внешне так не особо, блядь, конечно. Ее хуярит пиздец, на. Крышка-то? Вообще все, нахуй. На 29. Че, пошли попробуем 20. Ну давай. Так не 29, сейчас выше. А, блядь, точно. Сейчас. Не, не реза, настройка уйдет повыше, нахуй. Ну, может даже не уйдет. Сейчас труба короткая, в принципе, вообще нахуй. Меньше же быть. Повыше. Так. Где генератор? Генератор. Вот. Блядь, 4,500 с одного, нахуй. Че, давай сколько делать? 35 сделаем пока? Для начала с 35 начнем, да? Ну, давай потом в одну, в другую сторону, где там больше будет.
Хуя себе. Блядь, по ушам прилетело сейчас. Ебать, ёбнул нахуй, без этой хуйни. Ну ты сейчас настройку повысил. 36 давай. Блять, в ушах что-то не... Я говорю, по ушам дало нахуй. На, 40, так, на 45 теперь настройка. Не, раскрыть, сделать пониже и будет заебись. Ну-ка, давай, попробуем. 29 нет. Уж больно низко надо. 36, давай, погнали? Давай. Не, ну это, блядь, может глюк, конечно, сейчас перезамерим, нахуй. Ну давай, давай, сбрось и посмотрим. Погнали? 36 опять. Давай. Что-то нихуя не плюнуло в этот раз. Давай попробуем. Че попробуем, какую? Ну, 37 пробовал, да? 37 нет еще, давай пробуем 37, погнали. Блядь, что-то хуёненько стало. Знаю, что-то. Ну, может быть. Че? Че-то? Да, это выхлопа, нет. Ну что, 38? Может, за 55 напилим, нахуй? Не, бля, видишь, результат нестабильный. Ну, вот еще раз на 37, ёбни, нахуй. Или давай подождем, пускай зарядится немножко. Ну, с 18-ки в хэтчбеке с 4 кило 152, это нормально. Нахуй. Давай я сброшу его. Давай. Да хуй его знает, нахуй. Нихуя, я что-то даже довольно остался. Заебись, блядь. Ну, давай. Погнали. 37. Блядь, 152 есть, на. Заебись вообще, на. Ну, меня не давят здесь. Вот. Сейчас вообще похуй было. Ну, вот первый раз пизданул, когда, блядь, там, да, прилетело по ушам. Давай, постоим немножко. 38 попробуем. 38? Давай. Сейчас, короче, идет без раскрыва просто. Просто труба, нахуй. А с трубой, короче, хочешь ветра? Трубу накинул, да. Нахуй, у тебя, блядь, 150 на 29, блядь. Трубу, ветер охуенный. Трубу скинул, нахуй, стрелял 152, идите, нахуй. Давай, 38. Давай. Сука, 152 точно есть, блядь, но он не может так наябывать сильно, нахуй. Бля, короче, 37 лучше стрелять. 36 поди у тебя 37. В прошлом году-то было. 36 было. Резонанс кузова-то. Да. 36 было или 37? 36. Ну ебани 36 последний раз. Для удостоверения, блядь. Погнали. Ну, блядь. Блять, крышку все равно надо нахуй это делать. Да, да, крышку. Крышку, блядь, это сделать. Бля, еще до тебя прилетит, нахуй. Ну, 0,5, да, как минимум. Ну, нормально, 152 сделать. Точно должно быть, нахуй. Съебануть надо. Ну, давай, кстати, это, посмотрим, как она ведет себя на этом, на музыке. Так. Ты сейчас вообще, да, в этот, в шишку? Шишку ебал. Ну-ка, ну, на выстрел. Так. Ну, если этот, если ты поедешь на этот, ебаный, куда ты там, кто-то? Какие там соревки-то будут? Дебидрак или что? Да хуй, это в Самарскую область, если попаду нахуй к этим. В Оренбургскую желание есть попасть. А нахуй ты 29 тебя раскрыв? Блядь, точно, снят. Я и забыл нахуй. 37. ХЗ, блядь. Ну что, сегодня день удачный, я считаю. Вообще, бля, порадовал. Бля, интересно, если объем подзажать, что будет? Блядь, паровоз, ебаный. Блядь, давай это... А что ты паровоз 37. Не хочешь? Да я нахуй сегодня. Что за цифры какие-то уебанские? Кока-кола 33-37. Ну давай, Кока-кола. Надежная тема, блядь. Ну Кока-кола такая, конечно. Своеобразная песня. We'll be right back.
Бля, тебе там хуёво, здесь похуже нахуй. 151 на музыке есть. Ну ты сейчас не варил, да? Да я, блядь, забыл нахуй на газ, опять чуть не спалил нахуй. Смотри, уже нахуй 11 нахуй бросал. Нормально. Про это валит, нахуй. Сегодня вообще идеальное настроение, нахуй. Блять, надо второй, блядь, 150 нету, нахуй. Сука. Ну-ка, нахуй. Ой, ёпта. Чё ты выключил печку? Ну, климат ебаный. А нахуй ты с климатом стрелял? А хуй знает. Фары еще выключи хоть. Фары выключены. Фары выключены. Все, сразу вольт поднялся. У тебя, видишь, еще одна протяжка, блядь, еще бы. Тебе на этот, блядь, на 3-500-ник на второй, по-любому, на вторую протяжку тащить. Да при полтинник 80, что брошу вторую протяжку. На край нахуй делать. Да, это датчик пиздит. Че? По ощущениям 145, не больше. Давай, похуй, че, посмотрим, получится, че. Ой, уж 10 раз перезагружаю, уж не может обмануть, нахуй. Поехали? Давай. Бля, точно 37-то? 37. Не 36 было? 37 было. Вот так вот, уже не 152. Что-то отклеилось где-то. Да хуй с ним, что там, посмотрим? Прогревается все равно система всегда. Че, еще будешь или что? Так все на. А ты на телефоне-то прибавил? Все прибавлено на телефоне. Блять, сука, на фотографию по-любому у нас 152. Блять, ты же снимал. А, думаешь, с видео вырезать? Да. Ну. Сделаешь. Сделаешь. Придется хули. Вот так вот и наябывают, блять. Давят 151, а фотографии скидывают 152. Да, банан получил пиздюлей сегодня, нахуй. Че, будем делать? Че? Что-нибудь. Да хайер, трики, да. Знаешь, что я думаю? Че? Чтобы не улетало все, нахуй. Вот эту хуйню надо, короче. А че улетает? Открыть и снять, нахуй. Потому что ветер когда идет, и он вниз. Ну и че? Ну и поэтому, нахуй, тряпка не летает, нахуй. Так нету тряпок. Да так, флекс снять немножко. По лайтику. Что там, датчик? Может, датчик? Ну, хотя датчик, какая разница. Лабаш вроде не отвалился. У меня под петли нахуй на гробишках-то не отвалились. Ты, может, уже пиздец им пришел? Меняем настройку. Вроде петли еще целые нахуй на крышке. Настройка 29 сейчас будет. Заказывали, говорит, нахуй, да? О! Всё, нахуй. Какой горшочек хороший у вас. Бля, я тебе, Саня, говорил, давай сделаем скругление в коробе, блядь. Так, блядь, недолго скрыть, нахуй. Скругление плюсанут 0,5, так точно, нахуй, это 100%. Так. Бля, банан, конечно, вот, блядь, за 30 штук, нахуй. 29 настроечек. Че, ты сейчас валить так, будешь? Песенку включим какую-нибудь на 29. Так, блядь, я пошел тогда. Ты сейчас стрелял-то, газу давал? I'm just leading you astray, looking the light as a fall. I know what I want and I want.
Rising to the top, and the snow is falling faster, so you better.